По-прежнему 30% деревень и сел в России не имеют дорог, не имеют доступа к сети общего пользования, нет дорог с твердым покрытием. И помните, Путин на своей прямой линии, ему один сельский житель задал вопрос: вот как же он ездит на автомобиле, у нас дорог нету. И Путин ему ответил вопросом: а зачем же вам автомобиль, с дорог нету? Ходите пешком. Вот это подход, государственный подход к решению инфраструктурных вопросов. Кто я виноват? Я не припомню на прямой линии такого вопроса. Я помню такое, это было предпоследнее. Это дебаты на канале «Россия», пока шел блок политической рекламы. Кстати, наши редакторы проверяли, был ли такой ответ Владимира Путина. Не нашли такого ответа Владимира Путина, Михаил Михайлович. Ну вот не... Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я автолюбитель. Плачу транспортный налог 4 тысячи, а дороги нет. И у нас вот от села до Бельго, до федеральной трассы 50 километров. А зачем очень вам машина? Не... Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Это провокация какая-то прямо.